смолой обтает, совсем не знал молодежь. Быколай обтает, был в бегах за грабеж, но он побрел резонным лифтом, он вышел в январь, он сосал бирюзу и ел кусками янтарь, океан пел, как лошадь, глядящая в зубы коню. Он сжег офис Лукойл вместе с бензоколонкой, без причин, просто так, из уважения к огню. Екатерина Спесков у нас считалась звезда, пока заезжий мордвин не перегрыз провода. Ей было даже смешно, что он не был влюблен. Она ела на завтрак таких, как он. Генеральские дочки знать не знают, что значит нельзя. А что до всех остальных, то она говорила: нахрена нам враги, когда у нас есть такие друзья? Часто значит нога судьбы.